На сцену депутата Одесского областного совета вашего земляка, моего друга Антона Кисы, а также председателя жюри Елену Бортникову. Прошу вас. Антон Иванович, ну что, вам слово. Спасибо. Я думаю, уважаемые друзья, надо поблагодарить прежде всего участниц. Поаплодировали им. Большое спасибо. Народного артиста Украины Николая Свидюка. Спасибо за поддержку. Вы дали такой импульс нашему мероприятию, что, думаю, вся Бессарабия гордится. Знаете, здесь очень много было теплых слов сказано в адрес конкурса, в мой адрес. Большое спасибо. Но без всех вас, без тех людей, которые готовили этих прекрасных девушек, можно я вас возле вас стану? Нужно, Антон Иванович. Спасибо. Этот смотр-конкурс не состоялся. Я прежде всего хочу поблагодарить еще дополнение Управления культуры Одесской областной государственной администрации. Потому что львиную долю труда в организации они взяли на себя, соответственно, с районными отделами культуры, с теми работниками культуры, которые работают в районах, селах, поселках. Спасибо вам большое. Знаете, цель была, чтобы наши юные дарования себя показали. Но еще целью является с тем, чтобы мы обратили внимание на такую отрасль, как культура. Не может экономика развиваться без культуры на селе. Если умирает культура, не будет села. Я думаю, что вы с этим согласны. И сегодня одна из главных задач — это обратить на эту проблему внимание. И чтобы мы посмотрели, какими мы талантами обладаем у нас на Бессарабии. Девчата, добра, счастья, успехов. Я верю в то, что первый шаг на сцену уже сделан. А с нашей помощью вы подниметесь на большие высоты. Думаю, что жюри было очень сложно оценить ваше достоинство. Но вы были все прекрасны, вы все являетесь победителем. Добра, счастья вам и самых-самых больших успехов. И не могу не сказать слова благодарности селу Плохтеев. Я понимаю, что, Юрий Васильевич, на начальном этапе не так было воспринято предложение, чтобы здесь организовать, но я думаю, что сегодня, когда здесь переполненный зал, когда Плохтеевка достойно представила себя в плане организации мероприятия, вы воодушевлены и вы благодарите искренне, что мы правильно сделали, что проводим мероприятие именно здесь у вас, в Плохтеевке. Большое спасибо руководству района, что они трепетно в организационном плане приняли все на себя в плане организации, оказали практическую помощь, и сегодня мы подошли к финалу. А право высказать решение жюри мы предоставляем председателю жюри. Пожалуйста. Антон Иванович, уважаемый Антон Иванович, подтверждение всего для произведения. Полный зал всех тех, кто сегодня пришел поддержать вас. Друзья мои, но перед тем, как Елена Владимировна огласит вердикт жюри, я хочу, чтобы цветы и подарки каждой участницы этого конкурса от Антона Кисе были вручены сейчас. Подарки, цветы в студию. И аплодисменты зала. Каждая участница получает подарки, цветы от Антона Кисе, депутата областного совета, нашего земляка, моего друга. Thank you.
Вот, кажется, каждая участница получила цветы и подарки. Теперь слово председателю жюри. Прошу вас. А, прошу прощения. Друзья, у меня есть еще одна почетная миссия. Позвольте ей исполнить. Информация следующего рода. С самого начала отборочных туров проходило интернет-голосование, которое сегодня в 12:00 было закрыто. По результатам данного голосования победителем голосования стали в Тарутинском районе Мария Карамаврова, прочитал правильно, Карамаврова, поаплодируем ей, если она в зале. Саратского района Кармелия Плачинта, поаплодируем ей. Арцинского района Валентина Славова, она с нами. Катаргинарского района Диана Димова. Килийского района Анна Шидер, она тоже с нами. Багратского района Анастасия Градинар. По решению оргкомитета победительницы интернет-голосования для победителей будут изготовлены и вручены именные подарки. Вот такая информация для всех вас, друзья мои. А сейчас слово председателю жюри. Я очень рада видеть полный зал людей с открытым сердцем, с переживанием в сердце. Нам очень тяжело было судить, потому что каждая из девушек достойна этой сцены. Я хочу поблагодарить участниц, я хочу поблагодарить их родителей, которые, наверное, переживают больше всех, наверное, больше, чем участницы. Также я хочу поблагодарить группу поддержки, потому что у каждой участницы была своя группа поддержки. Спасибо вам. Я хочу поблагодарить людей, которые выходили вместе с участницами и поддерживали их на сцене. У них были очень волнующие минуты, поверьте мне. Они хотели, чтобы их участница была лучше. А также я хочу поблагодарить председателей райсоветов, сельсоветов, а также вас. Спасибо за этот праздник. Это действительно какая-то светлая минута была вот лично в моей жизни, потому что такой энергетики испытать, которую мы сегодня испытали жюри, сидя в этом зале, поверьте, это бывает не часто в жизни. А теперь самые волнующие моменты. Итак, номинация за победу в конкурсе «Мисс Бессарабия 2012» номинации «Мисс Обаяние» победила Мария Рябова. Иванько. Дорогие друзья, вы потом по окончании нашего выпуска можете воспользоваться на всех участниц. А сейчас только вручение дипломов и оглашение победительниц. За победу в конкурсе «Мисс Бессарабия 2013» в номинации «Мисс Креатив» награждается Анастасия Градина. Yeah.
мисс Грация награждается Ирина Барали. За победу в конкурсе «Мисс Бессарабия 2012» номинации «Мисс национальный костюм» награждается Оксана Томак. Друзья мои, еще одна просьба. Пожалуйста, индивидуально поздравить участниц. Каждую из них вы можете после окончания соревнований награждения. Спасибо. А теперь одна из самых волнующих номинаций. Это номинация за победу в конкурсе «Мисс Бессарабия 2012» «Мисс зрительских симпатий». И это Ирина Иванько. Самая интригующая номинация, самая главная номинация в сегодняшнем дне. Итак, за победу в конкурсе «Мисс Бессарабия 2012» награждается Валентина Славова. Уважаемые друзья, я прошу минутку внимания еще. Прежде всего, еще раз аплодисменты, и мы поздравляем всех номинанток и, безусловно, мисс Бессарабия 2012. Разрешите мне вручить поездку в Республику Болгарию. Валентина Славова. В количестве двух человек. С кем поедешь? С мамой, с папой или что? С кем-то тебе решать. Фирма «Булгартур» ждет твоего звонка, вот твой сертификат. Добра, счастья и хорошего опыта. Уважаемые друзья, но знаете, трепнуло сердце, потому что если бы я умирал, я бы выбрался. Валя, извини, но мы немножко далеки от тонкостей, которыми руководствовалось жюри, но это право жюри. Но, безусловно, считаю правильным, что в Республику Болгарию в течение лета вы выберете дату, когда вам будет удобно, должна поехать вся эта группа.